Здорово, ребята, меня зовут Максим. Сегодня, как вы уже догадались, будет обзор на Mountain Dew. У меня было уже два коротких ролика на эту тему. Я записал их, будучи в Малайзии. Там я нашел Mountain Dew со вкусом винограда и Mountain Dew со вкусом малины. В Питере я тоже периодически натыкался на Mountain Dew с необычными вкусами. В какой-то момент я задался целью собрать их все и сделать на них обзор. По итогу я смог найти 6 сортов. Можно было найти больше, но, к сожалению, некоторые сорта буквально ускользнули у меня из рук. Я долго ждал, что появится возможность приобрести еще что-то, но по итогу новинки в магазинах не появлялись. Те вкусы, которые у меня уже есть, понемногу тоже заканчивались, и по итогу в магазинах осталась возможность приобрести только классический базовый вкус. Вообще, на самом деле, довольно-таки странная история со всеми этими газировками. Непонятно вообще, откуда их привозят. Продают их в основном в круглосутках, причем в какой бы части города я ни оказался, ассортимент у них почти всегда плюс-минус одинаковый. То есть в какой-то момент они продавали разные вкусы Mountain Dew, потом начали заводить Dr. Pepper, потом Mountain Dew, потом напитки Mentos с разными вкусами. Также всегда у них есть в наличии Фанта с разными вкусами. Приобрести все это дело при желании можно не только в Москве и в Питере. Как минимум я знаю, что в Казани тоже такое продавали. Также на маркетплейсах без проблем все это тоже можно было найти. Ну что ж, я сделаю вид, что верю в оригинальность всей этой продукции, но и предлагаю начать пробовать. Начнем мы, конечно же, с классики, с базы. Причем я, возможно, бы даже не взял эту баночку, но здесь написано Citrus Blast. Причем на оригинальной Mountain Dew такой надписи нет. Возможно, это будет чем-то отличаться. Возможно, нужно было взять версию без надписи тоже. По-русски на банке, конечно же, нет ни слова, но, судя по всему, это произведено в Дании. Цвет, как у классического Mountain Dew, но разве что более мутноватый, как будто бы. Да, Mountain Dew не зеленого цвета, зеленого цвета бутылка. Ну, по цвету, как лимонный напиток, как будто бы он такой и должен быть. Приятный лимонный аромат, как у классического Mountain Dew, пробуем. Очень-очень-очень сильно сладко, сахар просто перебивает все. Я ждал реально, что сейчас будет цитрусовый бласт, но по итогу вкус лимончика скромненько спрятался за сладостью. Как-то мне этот датский Mountain Dew не порадовал, уж лучше никакого Mountain Dew, чем такой. Супер приторно, от сахара аж рот стянул, говорить невозможно, приходится водой запивать. Как бы то ни было, как отправная точка пойдет, поехали дальше. Далее будем пробовать Mountain Dew Voltage. Заявлен аромат малины, цитрусов и женьшеня, а также прочие натуральные ароматы. Здесь уже есть вот такая вот бумажная этикеточка на русском языке. Здесь написано, что производитель Америка. А вот на самой банке ничего не указано о производителе. Я решил поменять бокальчик. Мне кажется, что такой лучше подойдет. Красота. Голубенькая и прозрачная, в отличие от первого, который был мутный. Интересно, будет ли это отличаться от версии Малайзии с малиной. Вот почему-то они делают малину голубого цвета. По аромату малины и цитрусы. Пробуем, ребята. В основном чувствуется малина, где-то на послевкусии чувствуются цитрусы, как в оригинальном Mountain Dew. Женьшеня не чувствую, на самом деле даже не знаю, как он должен чувствоваться. Вкус малины здесь такой, знаете, как в карамели со вкусом малины, но при этом я ненавижу карамель со вкусом малины, но здесь в формате жидкости как-то пьется полегче. Плюс, возможно, играет свою роль, что здесь не чисто малина, а все-таки перемешана с другими ароматами. Мне страшно от этих цифр, но здесь заявлено сахара в два раза больше, чем было здесь. Но при этом, по ощущениям, это было слаще. Возможно, здесь просто пожалели аромки, потому что по ощущениям все равно, что просто пьешь воду с сахаром. А здесь, как положено, сразу чувствуется малина. Поехали дальше. Далее Mountain Dew Code Red со вкусом вишни. И тоже написано вишни и прочие натуральные ароматизаторы. Недавно в очередной раз пересматривал американский пирог и увидел, что там была интеграция этого Mountain Dew. Ну и классического тоже. Тоже бумажная наклеечка, тоже заявлено, что произведено в США. Люблю вишню, люблю Mountain Dew, люблю американский пирог, что может пойти не так. Срок годности до 27 октября 2023 года, а сегодня у нас 1 ноября. А ну и ладно, чего ему будет? А здесь до 11 сентября. Но самое главное, что не гашет. Визуально красивый, яркий красный цвет, прозрачная. Пахнет очень сильно вишней. Такая же на самом деле аромка, как у Влада А4 в его лимонаде диско вишня. Посмотрим, будет ли это так же вкусно. Хотя в любом случае газировка от Влада стоила в 3 раза дешевле. Ну и плюс там пол-литра, а здесь 0,33. В любом случае пробуем. Балдеж, вот это балдеж. Вишневый вкус, как и положено. Но имеет ли это что-то общее с классическим Mountain Dew? По-моему, нет, это самодостаточная вишневая газировка. Есть ли смысл ее покупать? Но только если вы коллекционер. Если вы фанат американского пирога, такой же, как я. Но если вы просто хотите попить вишневую газировку, тогда есть варианты не хуже и гораздо доступнее. Топ-1 вишневая газировка для меня все еще Medovarus, потому что у него состав крутой. Но и Old Pepper's Crew, потому что он очень вкусный и очень дешевый, но его, к сожалению, очень тяжело найти. Примерно так же, как и вот эту газировку, мне кажется. Поехали дальше. Далее у нас Mountain Dew Major Melon.
со вкусом арбуза и прочими натуральными ароматизаторами. Также бумажный этикетчик говорит нам о том, что это изготовлено в USA. Сахара здесь заявлено чуть поменьше, чем здесь. Цвет розовый, слегка мутноватый. Аромат химозный арбуз. Не то чтобы до этого были сильно натуральные ароматы, но когда я говорю химозный, я имею в виду, что он неприятный. А самый приятный аромат на самом деле был у вишни. Но он такой яркий, сладкий. На самом деле, ребята, как будто бы здесь больше работает самовнушение. Если абстрагироваться от того, что здесь заявлен аромат арбуза, то по аромату это очень сильно похоже на клубничный сироп Hershey's. Пробуем, ребята. Ну не то, чтобы я много ждал от этого вкуса. По вкусу он сильнее всех ближе к оригинальному, потому что в нем мало вкуса и чувствуется сладость от сахара, а вернее от кукурузного сиропа, который здесь заявлен в составе. Напоминает орбит с ароматом арбуза. Лично я этот орбит ненавижу. И на самом деле, чтобы я не пробовал с такой же аромкой, все было беспонтово. Такое чувство, что эта аромка довольно-таки слабая сама по себе. Но здесь по ощущениям вытягивали вкус как могли, и в принципе получилось не совсем провально. Возможно, американцев, которые никогда в жизни не пробовали настоящие арбузы, можно обмануть таким способом. Нарисовать на этикетке арбуз, назвать это арбуз. Покрасить водичку в розовый цвет и бахнуть какой-то там аромки. Но нас, россиян, так легко не проведешь. Поехали дальше. Ну а далее начинается дичь. Это у нас Mountain Dew Summer Freeze. With a blast of summer americana. На сайте Mountain Dew указано, что это вкус мороженого с вишней, лимоном и малиной. Интересно, какого он будет цвета, но учитывая, что заявлено малина, видимо, голубым. О да. Ну не то чтобы голубой, здесь ближе к синему. Не, ну красиво, конечно, красиво. Аромат интересный, будто бы это перемешали с этим. С преобладанием этого. Какого-то сливочного аромата мороженого не чувствую, нужно пробовать. Но мороженое, я думаю, имелось в виду фруктовое, а не сливочное. Вкус интересный, но не могу понять какой. Точно чувствую вишню? Я в тупике. Я бы сказал, что это вишня на минималках, возможно, с примесью клубники, но малины точно не чувствую. Впрочем, как и цитрусов. Но в общем и целом интересная версия. Ну и поехали дальше, финал. А на финал у нас Mountain Dew Wood Dew Limited Edition 2022 Mystery Flavor. Ну то есть вкус нужно будет угадать. Но в принципе я думаю, что в интернете уже описание есть. Так что можно будет попробовать угадать самому, а потом уже посмотреть в интернете. Вот это да. Действительно загадочно. Голый Mountain Dew, без красителей. По аромату малины и доместос. Ну то есть будто бы вот это смешали с этим. Ну что ж, пробуем. Эта версия прям кислая. Опять-таки приторная очень сильно. Какое-то галимое тутти-фрутти. Все, у меня живот заболел. Это столько я воды выпил, пока записывал этот ролик. И он еще не закончился. Что же это такое? По-моему, какая-то кислая малина. Давайте посмотрим в интернете, что там пишут. Вкус кислых конфет. Если пробовали, пишите в комменты, какой вкус здесь почувствовали вы. Все-таки вкус кислых конфет, как по мне, так такой себе ответ. Все-таки какая-то аромка здесь есть, помимо кислого вкуса. Ну что ж, итоги подведем. Во-первых, как всегда, топ вкусов. Предварительно так. Теперь еще раз каждый по порядку. Вишня. Лично для меня это топ-1, потому что я просто обожаю вишню. Summer Freeze. Но все-таки в нем тоже есть вишня, хоть и поменьше, но и поэтому и второе место. Wood Dew. Кислая газировка, довольно-таки интересная задумка. Возможно, бы если бы я не обожал так сильно вишню, она была бы на первом месте. Далее вольтаж. Тоже вкусно, возможно, если бы я любил малину больше, чем вишню, она была бы на первом месте. Такое чувство, что малазийский Mountain Dew блюшок с ароматом малины был вкуснее, чем этот. Я на самом деле не помню его вкус, но судя по ролику, я был в полном восторге. При том, что помимо него у меня был также виноградный Mountain Dew. А виноградные газировки я тоже очень люблю. И если я малину похвалил больше, чем виноград, значит это должна была быть просто пушка. Как бы то ни было, дальше майор Мелон. Арбузный орбит на стероидах. Ну и на последнем месте, к моему удивлению, датский Mountain Dew Citrus Blast. По аромату, кстати, напоминает Skittles. На фоне всех остальных вкусов как-то цитрусовый вкус лучше раскрывается, но все равно цитрусового вкуса в нем как-то мало, особенно учитывая, что заявлен Citrus Blast. Возможно, если бы это был американский классический Mountain Dew, как остальные, если, конечно, верить тому, что написано на банке. Банально, в нем сахара в два раза меньше. Но, тем не менее, вот такой вот рейтинг, менять я в нем ничего не буду. Можете не писать в комментариях, что все это вредно для здоровья, я сам все это прекрасно понимаю. Я уже сижу весь потом, истекаю из-за этих газировок. Поэтому, конечно же, никому не рекомендую. Что касается Mountain Dew и нашей нынешней ситуации, жаль ли мне, что он ушел? Да, конечно, жаль. Не понимаю, почему завод Пептика не начал выпускать наш аналог. Вся надежда на Влада А4, Владос, давай. Тут столько идей. С вишневой газировкой вышло супер. Было бы очень круто еще, если бы он сделал аналог этого или этого. Ну а на сегодня, наверное, все. Пишите в комментах, что вы пробовали из этого. Пишите, какая ваша любимая газировка. Вообще, по ощущениям, лучше бы я еще один обзор на пиво записал вместо этого, потому что здесь столько сахара. Подписывайтесь на телегу, чтобы не пропустить анонсы новых роликов. Также я делюсь там своими интересными находками, а также выгодными акциями. Но не то чтобы часто. Ну все, ребята, спасибо за просмотр. Я побежал, пока не обоссался. Меня зовут Максим. Всем удачи.